О, еще и об землю застрял. О, смотри, одного забрал, второго забрал. Три фрага уже. 458, бойня, косарь. Хеликоптер. Держи хеликоптер. Пятый фраг. Привет. В прошлом ролике мы с вами вовсю и от души издевались над скелотрясами, которые у нас играют с самонаводящимися ракетами в вертолетных режимах. А сегодня сами полетаем на такой вот штуковине. Цель сегодняшних полетов одна. Убедиться в том, насколько действительно трудно играть с такой сборкой в вертолетном режиме. В комментариях очень много пишут на тему того, что подобные сетапы это там 200-300, в лучшем случае 400 очков за бой и все. И больше прям не навоюешь, и враги уклоняются там и все вот это вот. Гарпия. Два урагана стоковых. Маховик. Гепард. Инвиз. Первый уже там получает потихонечку. Давай посмотрим, у этого комрада есть инвиз или нет. Ой, а у меня тоже там, смотри, что-то какая-то проверка инвиза пошла. Алло. О-о-о-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сражался с Анскелом Анскел. Походу, дело еще дрон победит. Оп, блин. Крыло-то одно, все, тихо, уходим огородами. Та-т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 а, живем. Так, где эти? А, вон он, смотри. До свидуньки. Все, пока-пока, все, до свидания. Разрушение было, я по нему попал, это главное. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. Навел ракеты прямо на... Здрасте. Красиво отработал. Ой, сейчас сюда еще можно, конечно. Давай с левого края сейчас ему. Неплохо, но сейчас будет больно. Да-да-да-да-да, потому что это дроны, а ДПС у них конский. Там тоже такой же самонаводяшник. Ну, давай, поехали теперь к нему. Раз на раз, так сказать. О, первый зашвыр уже был. На. На еще. Как тебе нравится, не нравится? В смысле, не нравится? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо было над ним прямо зависнуть, и мне куда-то в сторону понесло. Тя, подожди. На-н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 а. Он, кстати, судя по звуку, с этим, с новым оружием. Ну, конечно, получил, но я сейчас получу сильнее. Да, я вообще остался один на всю эту шайку-лейку. Ну что ж, здесь все понятно. Как красиво я его протаранил-то, а? Так, давай чуть вниз. Отлично. А теперь наоборот вверх. Ой, как хорошо. А теперь еще залп финальный. Блин, зараза, он щитом прикрылся. Ай-яй-яй-яй, вот это нехорошо. Вот это очень нехорошо. Кажется, мне кранты. 478 очков, второе место. Обошел мне только бот. По игрокам, считай, вылез в топ. По игрокам нашей команды, по крайней мере. Самый хитрый, он там, смотри, тоже в небо поднимается. Самый-самый-самый-самый хитрый. И мы с ним, по ходу дела, раз на раз тут сейчас будем. Ну, давай. С автопушками он, окей. Так, в сторону. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Живем. Ну-ка, с левого борта ему накинули, а вот теперь с правого. Жаль, на самом деле, что Союз приперся, хотел сейчас с этим подуэлиться. Так этот минус, он еще и с Кавказами, господи. Три Кавказа, это сейчас, ну, после миниганов, наверное, самое простое, с чем можно воевать в данном режиме. Так, оба залпа, ну-ка, отработочка. Ой, он еще и от ракет не уходит. Оп! Багасики. Следующий тоже что-то не чешется, смотри. Он просто висит. Ой, ну ладно, после того, как первые ракеты начали втыкаться ему в пердак, он рванул куда-то, ладно. О, еще и об землю застрял. О, смотри, одного забрал, второго забрал. Три фрага уже, 870 очков и дабл килл. Есть контакт. Давай на М еще спикируем для полного счастья. Погоди, через зажатый альт уйдем. 458, бойня, косарь. Вертолет. Хеликоптер. Держи хеликоптер. Пятый фраг. 1200 и остался один Конор.
Он распрятался. В общем и целом 1423 очка за бой и МБПХ. Снова кинуло на ОМЭ 8309 тысяч. Тут, в принципе, ладно. Я сам, конечно, получается, теперь без инвиза. У нас в этом ролике был уже один забавный скелотряс, который был без инвиза и очень сильно за это выхватывал. Но он был на очках мощи больше 10 тысяч. Так, цели снова уже здесь. У тебя есть инвиз? А у тебя есть инвиз? Давайте, пока вы мне это рассказываете, я немного отойду. Так, у тебя есть инвиз. Хорошо. Сейчас тогда по тебе сразу вторую отработку запустим. Где ты? Ладно, мол. Ой, это с кавказами. Уходим нафиг. А, вон там чел без инвиза. Тихо, уходим. Кавказики меня быстро разберут. 1700 хп там, в конце концов. А давай я прямо так постреляю. Мне-то чё? Мне целиться не надо. Никак. Не, смотри, ну попадает иногда. Этот прям хорош, он умеет уворачиваться. Здесь придется выбирать себе цели в зависимости от их скилла очень сильно. Боже, как я его убил. Надо ныкаться вниз. Если он меня догонит, то мне капец. Иванович, а он меня скоро догонит и будет больно. Бежим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот да, вот да-да-да-да-да-да-да. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Что, не ожидал такого, да? Хоба! Сейчас-сейчас, успею справа еще дать залп. На-на-на-на-на! На-на-на-на-на! Раздавали звуки, а таз и скелотряс убивал скелотряса. Сюда иди! Что-то отпало очень сильно, очень больно. Все, сейчас все остальное отпадет. Так, ну допустим. Просто попал даже так, без прицеливания по нему. Неплохо, неплохо. Таранчиком еще. Нет, таранчиком толком ничего не сделал. Тихо, не переворачивайся ты так! Блин, да давай вверх, господи, да куда тебя несет ты? Скользкая ты сопля, а не крафт. Так, двойной залп. Хорошо, 486, 810. Сейчас. Я думаю, мы отсюда заберем его, а потом уже пойдем дальше. Если заберем! Заберем. 400. Погоди, давай вперед, 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 вперед. С правого борта. И сейчас левого еще будет. Замечательно. Если просто так стрелять там, стоя мордой на врага, то да, у них увернуться шансов довольно много. Но если их рассчитывать по линии полета вылета твоих ракет из установщика, то им тогда увернуться уже довольно-таки трудно становится. И парень готов. Давай тебя с правого борта, например. Блядь, дробовики. Я же забыл, что хотел сказать. Опа, хорошо, как дробовиком прошелся. Теперь поближе подлетим. А, отлично, ладно, и так нормально. Брайан... Брайан, как дела? Джеймс! Ботская ты, зараза! Снова МВПшечка и 1390 очков. А, вот ты где. А я-то, блин, думаю, на тебе с левого борта, на тебе теперь. Точнее, сначала было справа, а теперь с левого. А куда ты теперь собрался-то? Погоди, эй! Он сначала такой, типа, задуэлить меня решил в бочину, а когда начал получать по морде, сразу решил в кусты удрать. Это тебе и пирожок. Тихо! Подожди. На. Оп, нормально живем. Вот, да, опять. Смотри, только я переключился на другого, этот опять в спину. Есть, короче, игроки такие, которые вот только в крысу. Вот так он начинает получать по морде, сразу убегает. А, погоди, это другой уже. А, неважно, ладно. Давай всех подряд ломать. Оп, двойной тебе залп. Наслаждайся. Вот это ты насладился, я смотрю, на 1500. Так. Блин, вот я сейчас скорость потерял очень плохо. Все, нормально, живем. Ай-яй-яй-яй-яй. Поторопился со вторым залпом, конечно, очень-очень-очень сильно. Сейчас еще подойдем. Сейчас с левого борта будет хороший залп. А теперь справа. О, да-да-да-да-да, смотри слева. Вот опять же выстроил линию, посмотрел, по какой линии будут вылетать мои ракеты, и по этой линии засандалил челика. Все, он не может не увернуться нифига. Вот так вот на большой дистанции, там в тупую, просто там что-то натыркивать одной кнопкой, да, там шансов увернуться от твоих ракет у врага довольно много. Но на мой взгляд, это, блин, и справедливо. Если ты играешь с оружием, который не требует от тебя никаких процессов, кроме слюноотделения, там, грубо говоря, по подбородку,
и челюсти на столе. О, оно таким должно быть, что на дистанции тебя увернуться вообще не проблема. Или как с Кавказами. Если тебя не разобрали там, пока ты летел просто к своему врагу, то ты там прилетаешь, и все, что делать, что-либо сделать с тобой невозможно. Вот так и здесь. Если ты просто жмешь кнопочку в тупую, твои ракеты разлетаются в разные стороны, даже когда враг там перед тобой, и ты не можешь по нему попасть, ну, это тогда уже к тебе вопросы. А когда ты хоть немного там уже доворачиваешь корпусом, просчитываешь, как вылетят твои ракеты, по какой траектории они полетят к твоему врагу, и за счет этого по нему попадаешь, не давая ему шансов на уворот, то здесь уже молодец. И результаты повыше, да получать-то будешь. А не те результаты, про которые пишут в комментариях, там, по 200, по 400 очков, и, мол, и все, выше никак, и играть невозможно. Ну, не смешите мою прическу. Далее мы с вами посмотрим еще более простое оружие, но у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.